Всем привет! Сегодня печем ароматнейшее красивое яблочное печенье. Печенье внутри очень нежное, а снаружи хрустящая румяная корочка. Это печенье легко спутать с булочками, настолько оно нежное и красивое. Рецепт из разряда быстро и просто. Поехали! В глубокую миску разбиваю 2 яйца. Добавляю щепотку соли. И взбиваю миксером на малых оборотах. Добавляю сахар и взбиваю миксером еще 3-4 минуты. Вот такая яичная смесь получилась. Если любите очень сладкое печенье, добавьте еще на 30 грамм сахара поболее. Добавляю щепотку ванилина, растительное масло. А теперь все хорошенько размешаю, чтобы соединить яичную и масляную смесь. В просеянную муку добавляю разрыхлитель и все хорошенько перемешиваю. Чтобы печенье получилось более пышное и воздушное, просеиваю муку еще раз. Муку сразу всю не добавляйте, постепенно. Тесто готово. Вот посмотрите, какое оно получилось. Такое нежное, глянцевое, такое воздушное. Оно и не растечется, и не будет слишком грубым. Убираем его в сторону и теперь занимаюсь начинкой. Начинка для печенья состоит из яблок. Здесь 350 грамм. Почищу кожуру, очищу от семечек. Грамм 200 останется мякоти. И изюм. Изюм промытый, чистый. Изюм можно заменить чем угодно. Курегой, чернослив, можно орешки добавить. Получается все очень вкусно. Яблоки берите такого сорта, какое печенье вы хотите получить. Например, если вы хотите более сладкое печенье, и чтобы яблочко не так было заметно, тогда возьмите мягких сортов, красные яблочки. Если хочется, чтобы печенье было покислее, то есть самодостаточное такое печенье, где яблочко отдельное и тесто, то тогда вот такие вот зеленые яблоки твердых сортов отлично подойдут. Яблочки нужно нарезать кубиком. Идеально, если кубик будет одинакового размера. Поставила разогревать духовку до 180 градусов, а тем временем доделываем наше тесто. Соединяем тесто с яблоками и изюмом. Переношу тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Для одного печенья теста идет 1 столовая ложка. Печенье готово, тесто разложено. Очень красиво, произвольной формы оно растеклось по противню. Теперь отправляю в духовку. При 180 градусах печенье будет печься у нас 20 минут. Теперь буду пробовать печенье. Такое нежное внутри, а сверху корочка действительно такая румяная, хрустящая, и яблочко, она как будто растворилась внутри. Очень ароматное. Еще мне нравится вкус, который придает здесь растительное масло. Печенье словно с какими-то орешками. Очень ароматное, очень вкусное. Легко подойдет для постной выпечки.
Спасибо, что провели это время со мной. Оставляйте свое мнение в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки, что посчитаете нужных. Вкусных вам рецептов, вкусных вам блюд и всего доброго. Пока!